Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль. Первый рубль заработал просто, расклеивал афиши на улице города. Денис Шадрин, директор автономной некоммерческой организации Центра гражданских инициатив. Расклеивал на остановках общественного транспорта, потом, значит, ну, различные мероприятия, культурные это были, в том числе и различные выставки, в том числе и какие товары, допустим, Кировская область производит и так далее. То есть, конечно, было тяжело, потому что приходилось ездить на автобусе, там, иногда пешком обходить эти все остановки. То есть и по вечерам было, и по утрам, и днем, то есть и в мороз, и летом. То есть в мороз было совсем неудобно. Клей с собой в банке носил, банка кончалась, там приходилось обратно возвращаться, прекращать работу. Тогда еще по тем временам, это 90-е годы, 300 рублей заработал. Было ой, как хорошо. Потом пошли уже оказание юридических услуг, скажем так, различным некоммерческим организациям московским. Там платили мало, но для студента это было много. Вот, на сегодняшний момент, мне кажется, это было мало, это копейки. А для студента это было просто замечательно. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.